Привет, я Лунтик, я снова с вами. День космонавтики. Я родился. Доброе утро! Лунтик уже встал? Я не встал, а упал. Мне сегодня опять снилось, как я падал с луны. Слушай, тебе уже неделю снится этот сон. Это наверняка что-то значит. Я знаю, что. Когда-то ты упал с луны на землю вот в этой скорлупе. Точно! Это было так давно, что я и забыл. А мы никогда не забудем день, когда у нас появился внучек. И наступит этот день через неделю, поэтому тебе и снится луна. А вокруг звезды и кометы. Я слышал, там не ходят, а прыгают. Меня она всегда притягивала. Жаль, что я плохо ее помню. Так, решено. Мы отправим Лунтика на Луну. А как же он вернется обратно? Он упадет с Луны так же, как сделал это когда-то. В тот же самый день и в той же самой скорлупе. Раз у него получилось в тот раз, получится и в этот. Я полечу на Луну. Вот это новость! Ура, вот все обрадуются. Это непростая задача, Лунтик. Дяде Корнею нужно успеть построить ракету, а тебе нужно будет пройти суровую подготовку перед полетом. По моим расчетам, Лунтик будет на Луне уже завтра. Смотрите, вон он! Какой же он потрясающий! У него будет 2 дня до того момента, как он должен будет упасть с Луны обратно. Спасибо, что связала для меня этот скафандр, бабуля. Друзья, мы провожаем в полет нашего дорогого Лунтика. Когда он упал с Луны, наша жизнь изменилась. Мы стали добрее, веселее, дружнее. Вернешься? Мы будем тебя ждать! Не пропусти лунный день, когда надо будет упасть обратно. Приготовиться к полету! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Улетел! Наш Лунтик улетел! Лунтик? Привет, я упал с Луны. Скорее с ракеты! Что за дела? Ты почему не улетел? Ты же так хотел! Да, хотел, но потом я подумал, а вдруг у меня не получится вернуться обратно, и тогда я вас больше не увижу. Лучше никогда не побывать на Луне, чем потерять вас навсегда. Ох, Лунтик. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Ничего не видно.
Давненько я не чистил свою подзорную трубу. Стеклышко. Деда, что это? Какой ты большой. Хе-хе, это специальное стеклышко. Оно-то все и увеличивает. Все увеличивает? Бабочки. Пчеленок. Привет! А? Ой, стеклышко! Лунтик, стеклышко у тебя? Да. Смотри, не потеряй. Надо его найти. Где же оно? Нигде нет. Куда оно упало? Я не видел. Ой, что это? Это стеклышко блестит. Как оно укатилось так далеко? Ой, здравствуйте, дядя Корней. Здрасте. Здравствуйте, ребятки. Здесь нет. И здесь нет. И здесь нет. Я там поищу. А вы что-то ищете? Вот что здесь блестело. Здесь тоже нет. О, вот где оно, Лунтик. Скорее, оно там. Где? Где ты его видел? Там. Ой. Кузя, стеклышко у бабочек. Ой. Здравствуйте. Здравствуй. А ну отдавайте нам стекло. Что? Вот еще. Это мое зеркальце. Ой. Ой. Оказывается, много чего сверкает на солнце. Да уж. Не волнуйся, мы обязательно найдем стеклышко. Ага. Красиво, да? Да. Дождя давно не было, вот я и решил. Ты сеть намочить. Фу ты. Эй, смотрите, что покажу. Зачем вы пугаете малышей? Откуда вы это взяли? Сверху упала, а я нашла. Это нужно вернуть. Отдайте его мне. Вот еще. Ну вот, дождь и закончился. Солнышко. Ой, сколько всего блестит. Теперь нам точно не найти стеклышко. Оно мое! Его нужно вернуть. Нет! Не расстраивайся, лужи высохнут, и мы обязательно его найдем. Думаешь? Отдайте же его. Нет, оно мое! Если бы только оно нашлось. О, стеклышко! Ура! Оно само нашлось! Надо его скорее вернуть. Что? Оно мое! О, Лунтик, где ты был? Я уже трубу почистил и собрал. Давай, стеклышко. Оно мое! Чуть не утонуло. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Путешествие во времени. Твоя очередь бежать за Воланчиком. Чего это моя? Я в прошлый раз бегал. Вупсень, иди скорее сюда. Что тут у тебя? Смотри, это же настоящая машина времени!
Чего? Какая еще машина времени? Я в книжке читал. Там такая же машина нарисована. И на ней в будущее можно летать. Вот! Ого! Так полетели! Вупсень! Пупсень! Вы где? Тихо! Не отзывайся! А то еще Лунтика с собой в будущее брать придется. Хм, куда же они запропастились? Все, ушел. Мы уже в будущем? Конечно, совсем другие места. Смотри, тут был один куст, а теперь три. Ага, и ты ко мне... Что это такое? Не знаю. Пойдем посмотрим. Ура! Мы в будущем! Нет, я больше не буду. Простите меня. Умоляю, простите. Прощаю! Ура! Я прощен! Кажется, мы попали в прошлое. Я в книжке читал, что в древние времена могли на костре зажарить. Хочу домой. Быстрее в нашу машину времени. Машины нет. А это точно та поляна? Конечно. Смотри, вон наши ракетки валяются. А я говорил. Надо было машину спрятать! Ничего ты не говорил! Побежал, выпучив глаза. Мы в будущем, мы в будущем! А сам-то тоже выпучил! Бежим! Нас выследили! Вупсень, Пупсень, стойте! Не трогайте нас! Вы свои! Куда же вы? Подождите! Я не хочу жариться на костре! Я не хочу! Я еще больше не хочу! Привет! Еле догнали! Что вы удираете-то? Мы вас хотим на карнавал пригласить! Какой еще карнавал? Откуда мы знали, что вы какой-то карнавал придумали? Вот именно! Не какой-то, а тематический, по мотивам древних времен. А сообщить-то сложно? Так я вас по всему лесу искал. И как вы могли подумать, что моя стиральная машина – это машина времени? А вот куда эта машина пропала, а? Может, она и не стиральная? Хе, я тележку взял и домой увез. Тяжело было тащить. До сих пор никому не удалось изобрести машину времени. Несмотря на это, гусеницы все же смогли побывать в прошлом хотя бы понарошку. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Ого! Мой новый мячик! Мила, мы сейчас его принесем. Смельчаки. О! Слышишь? Похоже, там кто-то играет в наш мячик. Сейчас увидим, кто. Толкается. Не толкайтесь, пожалуйста.
Мы только заберем мячик и уйдем. Дерется. Давай подкрадемся с другой стороны. Давай. Давай посмотрим здесь. Давай. Эй, вы чего? Вот мы вам сейчас покажем. Придумали камнями кидаться? Ну, держитесь. Это не мы. Там кто-то спрятался. Ах, спрятался. От нас не спрячешься. Помогите! Спасите! Кузя, что мы скажем Миле? Скажем все как есть. Что в зарослях кто-то сидит и не отдает нам мячик. И что? Расскажем, как мы испугались и убежали? Нет, мы не трусы. Мы должны вернуть мяч Миле. Надо вооружиться. Это же мышиный горошек, цветок такой. Когда у него созревают семена, стручок лопается, семена разлетаются во все стороны и потом прорастают в земле. В это время лучше с ним рядом не находиться. Нам в школе об этом рассказывали. Лунтик, Кузя, какие вы смелые! Я бы, наверное, так испугалась. А мы тоже испугались. Зато потом мы осмелели. Мы же не трусы. Конечно, не трусы. Ведь смелый – это не тот, кто не боится, а тот, кто побеждает свой страх. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Каждому по планете. Вот это бросок! Отдайте, это мое домашнее задание. Не жадничай, поиграем и отдадим. Перестаньте, мне же на урок пора. Опа, ого. Хулиганы. Ай! Спасибо, Лунтик, здорово, что ты его поймал. Очень красивый мячик. Это не мячик, это макет Плутона. Вот он, наш Плутончик. Я его 2 дня делал, а они... Да мы поиграть хотели, и все. Вот именно. Пчеленок, а что такое этот бутон? Ты сказал макет бутона. Что это? Не бутон, а Плутон. Это планета такая. Не трогайте, это не ваша планета. Мы все равно этот Плутон себе заберем. Да, мы еще вернемся. Пчеленок, расскажи мне про Плутон, пожалуйста. Я из-за этих вредин на урок опаздываю. Лунтик, извини. Давай я тебе книжку дам, и ты почитаешь. Спасибо тебе, пчеленок. Плутон.
Мы все равно этот Плутон себе заберем. Ага! Не хотят отдавать, завоюем! Поработим этих инопланетных плутишек и станем их королями. Ага! А то на Земле никакого уважения! Нужно спасать жителей Плутона от порабощения! Вот раздолье! Лежишь, ничего не делаешь, а тебе все на блюде подносят! Вупсин, Пупсин, стойте! Не смейте обижать жителей Плутона! Вот еще! Так мы вас и послушались. Ой-ой! Летите лучше домой, а с нами не связывайтесь! Что же делать? Здравствуйте, Лунтик и Пчеленок! Здравствуй! Не расстраивайтесь, мы их опередим! Спасибо, Звездочка! Мы вас не пустим! Это наш Плутон! Мы вас не пустим! Это наш Плутон! Нет, это наш Плутон! А ну, отдай нам Плутон! Отдай Плутон, говорю! Так мне это все приснилось? Ну, ну дай же нам играть в Плутона! Лучше сам отдай! Это не ваша планета! Отдай Плутон, говорю! А ну отдай нам Плутон! Все равно заберем! Стойте, Вупсинь-Пупсинь! Не трогайте Пчеленка и его планету! Вот еще! Это наш Плутон! Это мое домашнее задание! Я слышу, вы про планеты Солнечной системы разговариваете. Про что? А? Жизнь на других планетах пока не обнаружена. Поэтому, Лунтик, инопланетян-плутишек на самом деле нет. А вы что, туда летали? Нет, я сама не летала. Но земляне запускают спутники на другие планеты. Спутники изучают эти планеты и посылают нам сведения. А какие есть планеты? В нашей Солнечной системе 9 планет. Сейчас я вам их покажу. Земля. На ней мы живем. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран и ваш любимый Плутон. Самая маленькая планета. Я Плутон. Я себе Юпитер сделаю. А я Сатурн. Я тоже хочу планету. Друзья сделали макет Солнечной системы и больше не ссорились. Теперь планет на всех хватит. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Ветка. Она такая огромная! Прямо над ним нависла! Эй, вы чего тут разбегались? Ну что, влипли? Пупсинь, Пупсинь, позовите дядю Шнюка! Малышня, ничего сами не можете! Ага, сразу взрослых зовете! Ну что, опять? Простите, дядя Шнюк. Сами не можете выпутаться? Они зато сами влипли! Вот и все. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Смотри, какая она огромная. И прямо над нашим домиком нависла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо звать на помощь взрослых. Чтоб гусеницы опять смеялись над нами. Ну уж нет, мы не малышня. Точно. Докажем, что мы сами можем справиться. Давай подопрем эту ветку палкой. Этой? Да, пусть она держит ветку вместо нас. Ого, а мы молодцы. Сами справились. Угу. Ой-ой-ой. Нужна палка потолще. Я сейчас. А-а-а.
Опять кто-то попался. Еще немножечко. Кто выключил свет? Вот и я! Ставь скорее! Преграда! Муравьи! Стой! По одному через преграду! Марш! Скорее! Сейчас! Что ты делаешь? Хочу отодвинуть ветку подальше от домика. Кому понадобилось вытирать этот корень? Ага, и мою паутину. По-моему, хватит. Здорово мы справились. Да, а главное сами, без взрослых. Ну и дела. Что случилось? Мы хотели убрать ветку подальше от нашего домика, чтобы она его не сломала. Да, я смотрю, у вас не очень получилось. Зато получилось порвать паутину. Выключить свет в норе. И наш барабан испортить. Мы просто хотели сами справиться. Да, без взрослых. Но убрать такую ветку не каждому взрослому под силу. Да, тут нам всем придется поработать. Давайте ветку распилим на части. Деда, а мы? Что сделать нам? Ну, почините-ка свой домик. Это вы и без нашей помощи сделаете. Иногда бывает не просто разобраться, когда нужно быть самостоятельным, а когда позвать на помощь взрослых. Главное, как следует подумать и не спешить все-все делать самому. Все. По-моему, неплохо получилось. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Землетрясение. Ничего себе! Значит, землетрясение может разрушить целый дом? Да. А как по земле ходить, если она трясется? Не знаю. Лунтик, Кузя, чай готов. Идите за стол. Идем, бабуля. Какие вкусные пирожки, Капочка. Просто объедение. Ага. Правда, бабуля? Странно, что бы это могло быть? Может, это землетрясение? Ну и выдумщики живы. Да уж, ребятки, в нашем лесу никогда не было. Бабуля, дедуля, смотрите. Когда дрожит посуда, значит, землетрясение уже 4 балла. Вот-вот, нужно спасаться, пока оно не стало сильнее и все вокруг не разрушило. Если Лунтик и Кузя правы, на земле оставаться опасно. Но ребята не умеют летать. Так у нас же есть воздушный шар. И правда, как это я сам не догадался. Так, начинаем спасательную операцию. Мы с Капочкой подготовим шар к отправлению. А вы скорее зовите всех, кто не умеет летать. Встречаемся на поляне. Хорошо. Хорошо. Пропусти!
Дайте нас! Дайте нам забраться! Мы не умеем летать! Не беспокойтесь, ребята. Поместятся все. Отдать концы! Я боюсь высоты! А ты не смотри вниз, и страшно не будет. Скорее, забирайся сюда. Шар не может подняться в воздух, он перегружен. Все равно не поднимается. Смотрите! Сейчас! Мы вам поможем! Молодцы, ребята! Куда это все подевались? Что такое? Эй, что тут у вас происходит? Куда вы все собрались? О, мы забыли дядю Корнея! Скорее, нужно сбросить ему лестницу! Ты только не волнуйся, сосед! У нас землетрясение! Хватайся! Сейчас мы тебя поднимем! Землетрясение? Но у нас их не бывает. Как же не бывает? А почему тогда земля трясется? Но я-то под землей живу. Я бы первым почувствовал. Не может быть. Не было никакого землетрясения. Это я новый туннель прокладывал. И специальным аппаратом землю долбил. И, кажется, перестарался. Так значит, это вы напугали же вы нас? Ну и дела. Ну вы даете, Корней Корнеич. Простите меня, друзья. Не думал, что на поверхности будет такая тряска. Не переживайте, дядя Корней. Зато мы уже будем готовы к настоящему землетрясению. Не надо настоящего. Опустите нас скорее на землю. Пожалуйста. Теперь все знают, если земля слегка дрожит, то это никакое не землетрясение. Просто дядя Корней строит новый туннель. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Магнит. Кто тут трясет цветок? Лунтик, ой. Кузя, так это из-за вас я потерял свою иголку. Простите, дядя Шнюк, мы не хотели вам мешать. Не хотели. Как я теперь иголку тут найду? Мы найдем. Ну где же эта иголка? Ребята, вы чего потеряли-то? Иголку дяди Шнюка. Да, мы уже час ищем. Никак найти не можем. Что ж, вы ко мне не обратились? У меня для таких случаев есть магнит. Он притягивает железо. Точно! Иголка-то железная! Как я сам не додумался! Тогда мы возьмем у дяди Корнея магнит и поищем иголку. А вы, дядя Шнюк, можете идти домой. Мы вам иголочку принесем. Ну, хорошо. Вот, берите. Только будьте осторожны. Он очень сильный и может притянуть не только иголку. Спасибо, дядя Корней. Спасибо. Сейчас, сейчас, иголочка, мы тебя найдем. Кузя, давай отдохнем немножко. Может, иголочка сама притянется? Ну, ладно. Ух, хорошо! Ой! Ты чего кричишь? Вот чего! Ой! Ну, где же эта иголка? Может, магнит не работает? Работает!
умеет? О, вот это да! Давай отнесем иголку дяде Шнюку, а потом вернем дяде Корнею магнит. Классная штука! А что мы с этой штукой будем делать? Мы повеселимся! Моя брошь! Мои заколки! Мои бусы! Осталось вернуть дяде Корнею магнит. Ой, а где же он? Вот они где, хулиганы. Что, попались? Освободите нас, пожалуйста. Мы это больше не будем. Будете знать, как без спроса брать чужие вещи. А магнит я спрячу в ящик. И толстые деревянные стенки будут мешать ему притягивать предметы. Удивительно, дядя Корней. Ваш магнит помог нам иголочку найти. И он же устроил такую свалку. Иголку искали мы с тобой, а свалку гусеницы устроили. Ну что ж, давайте наводить порядок. Надо еще все вещи хозяевам вернуть. Кто бы мог подумать, что магнит может наделать столько шума? А началось все с маленькой иголочки. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Городки. Целься. Бли! Ты что? Готовься. Я так долго их любила. Ура! Раз и вдребезги. Бли! Ура! Хватит, перестаньте. Бли! Что случилось? Ах вы! А ну уходите отсюда! Уходим, уходим! Мишени все равно кончились! Да не расстраивайся ты! Ну их этих гусениц! Я строила, строила! Хочешь, сейчас вместе куличей налепим? Лучше замок! Большой и красивый! Давай! Надо еще цветами и ракушками украсить! Цель прямо по курсу. Готовься. Зал. Заряжай. Бли. Целься. Бли. Давай еще. Вам больше заняться нечем. Не надо хулиганить, пожалуйста. И ничего мы не хулиганим. Да, мы упражняемся в меткости. А вы ничего не понимаете. Не плачь, Мила. Сейчас мы все починим. Будет лучше прежнего. Они опять придут и все сломают. Давайте вы будете чинить, а я вас охранять. Точно! Как будто мы в осаде и защищаем замок от врагов. Все по местам! Thank you.
Целься! Ли! Ура! Давай еще! Заряжай! Огонь! Да! Вот! Ли! Огонь! Давай еще! Огонь! Ли! Цель поражена! Боевое задание выполнено! Мы опять победили! Ура! Да сколько можно? Тренируйтесь вон, на своей поляне! Траву кидайте! Ее у вас полно! Траву бросать неинтересно! Она же не разваливается! А мы хотим разрушений! Да! Раз! И все летит в разные стороны! Красота! Это же так весело! Вы строите, а мы ломаем! Даже и не знаем, что с ними делать! Им так нравится все разрушать! Да, еще и смеются! Прямо хоть дерись с ними! Говоришь, раз и во все стороны? Нет, без драки обойдемся. Я, кажется, придумал, что с ними делать. Расступись, малышня! Сейчас мы вам покажем, что значит меткость. Ну, покажите. А? Давай, давай. Кто ж так кидает? Учитесь! Вы это чего? Это игра такая. Называется «Городки». Вот этой битой надо выбить все чурочки из того квадрата. Он называется «Город». Лучше всего за один удар. Но это очень сложно. Сейчас посмотрим. Получилось! Ух ты! Раз! И во все стороны! Я тоже хочу! Теперь Вупсиню и Пупсиню вредничать совсем не хочется. Ведь они со всеми вместе играют в городки – новую увлекательную игру. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Без правил. Доброе утро. Приятного аппетита. Доброе, доброе. Ты какой-то вялый. Зарядку делал? Не, потом. Ты умывался? Прохладная вода очень хорошо пробуждает. Не. Ой, я и так опаздываю. Даже постель не заправил. Так не годится. Надо было встать пораньше, но сделать все по правилам. Заправить постель, умыться, сделать зарядку, а уж потом завтракать. Здрасте. Лунтик, пошли скорее, пока дождь не начался. Видал, какие тучи? Подожди, Кузя, пусть Лунтик сначала закончит дела. Какие дела? Так, немного водички. Ну вот, ты и умылся. Пойдем. Ищу зубы, зарядка, заправить постель, завтрак. Как много дел. Но ничего, мы быстро управимся. Сначала зубы. Готово. Потом уберем. Побежали. А по пути зарядка. Раз, два, раз, два. Куда? Надо прибрать за собой возле умывальника. Постель заправить. И не суетитесь. Ну вот, если постель убрана, то и в комнате сразу порядок. Не глотайте целиком. Это вредно. Пережевывайте как следует. Спасибо! Мы все! Не расстраивайтесь, ребятки. Зато вы все сделали по правилам. Из-за этого не успели кораблик запустить. Эти правила только все портят. Что же их, теперь отменить? А почему бы и нет? Мы все сделали по вашим правилам. Сделайте и вы что-нибудь по нашим. Ну, раз так, объявляю день без правил. Да? Ура! Шершуля, ты уверен? Спокойно, у меня все под контролем. Ура! Свобода! Пойдем попьем водички холодненькой.
Решили сыграть в уборку. Какие уж тут игры. Ждем, когда дождь кончится. Вы уж извините, но я нарушу ваш эксперимент. Я и не думал, что так получится. Ничего, сейчас выпьете меда и поправитесь. Теперь я понял, что правила полезны. Мы не просто так выдумали эти правила, а чтобы вас уберечь, потому что мы вас любим. Откуда вы знали, что все так будет? Когда мы были детьми, мы тоже не хотели слушать взрослых. Но потом поняли, лучше соблюдать несложные правила, чем потом вот так болеть. Да уж, да уж. Иногда кажется, что взрослые слишком строги и придирчивы. Но на самом деле они просто заботятся о нас. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Доверие. Мила, еще вон те две. Так, теперь короткую соединить с длинной. Да, эту туда. Здорово, малышня! Что это вы тут делаете? Дельтаплан! Дядя Корней помог сделать чертеж, а мы теперь собираем. А зачем? Чтобы летать. Летать! Как бабочки! Мы тоже будем летать! Хитрые какие! Мы трудились, а они придут на все готовое и будут летать. А давайте им тоже что-нибудь поручим. Да, поручите нам. Да ты что, Лунтик? Им ничего доверить нельзя. Они безответственные. Ну и подумаешь, очень надо. Неужели нам совсем ничего доверить нельзя? Противная малышня, мы тоже хотим летать. Пупсень! Пупсень! Подождите! Ох, завтра запуск, а мы не успеваем. Хотите помочь? Надо сделать вот такую перекладину. Сможете? Да! Конечно! Сможем! Только, понимаете, это мне поручили. И если вы подведете, дельтаплан не полетит. Не полетит? Мы не подведем! Не годится. Нет, слишком тонкая. Некогда, завтра пообедаешь. Это большая. Годится. Фу, как я устал. Зато завтра мы будем летать. И никто уже не скажет, что мы безответственные. Доброе утро! Привет! А вот и я. Проспали!
Ай! А перекладина где? Забыл? Сам забыл! Растяпа! Почти все готово. Теперь перекладина и эмблема. Лунтик! А давайте сначала эмблему повесим. Ой! Лунтик, где перекладина? Ты что, не сделал ее? Лунтик, как же так? Мы сделали! Мы несем! Лунтик, ты что, доверил гусеницам дело перекладину? Да, доверил, и они не подвели. Мы летаем, как бабочки! Лунтик не побоялся доверить гусеницам важное дело и не ошибся.